強力な反応、水面下より姿を現します。これがゴジラ。 Привет, друзья, с вами Раштанин Дзука. Сегодня мы познакомимся с новой игрой про Годзиллу. Игра пока вышла только в Японии, но в 2015 где-то должна будет выйти в остальном мире. Тут мы управляем здоровым этим монстром, крушим все, что можно, полная разрушаемость. В общем, довольно все круто. По-моему, игра сделана на движке Earth Defense Force, я так думаю, потому что выпускают ее Namco Bandai, как и ту игру. Там тоже была полная разрушаемость, там где гигантские монстры нападали на землю, тоже все рушили. А вы там могли человечками против них бороться. Итак, здесь мы будем управлять самим Годзиллой. Нам тут что-то подсказывают, это, видимо, идет небольшое обучение. Вот показан этот вот реактор, видимо, это ну какой-то реактор, судя по всему, потому что обычно все в Годзилле связано с ядерными реакторами, там радиация и все такое прочее. И фишка в том, что нужно эти реакторы здесь уничтожать, вот в данной конкретной миссии. В игре несколько режимов разных есть, которые открыты, я вам покажу. Очень моделька персонажа очень неплохо сделана. Да, конечно, сами, скажем так, окружающие объекты не супер детализованы, да? Но зато тут все полностью разрушается. Вертолеты, смотрите тут. Еще тут есть режим фотографа, то есть мы можем вот вставать в разные позы тут. И нужно сделать снимок. Так. А мы можем вот так вот все это уничтожать. С одной стороны, да, вроде как бы мы слушаем диктора, человека, да. А с другой стороны, мы тоже вроде бы и людей уничтожаем, получается. Ну, это японская штука, чего ж тут взять. То есть вроде бы Годзилла кого-то слушается, выполняет чьи-то задания, а не сам по себе. Сейчас нам покажут, что на L2 сделать вот такой вот мощный удар, который все вокруг уничтожает. Идет счетчик уничтожения. Тут 30%. Может быть, есть смысл все на уровне уничтожить. Сейчас пока первый уровень самый простенький. Это обучалка идет та же самая. Может быть, есть смысл тут все уничтожать на этих уровнях. А мы можем просто топтать танки. Я не знаю, нам какой-то ущерб наносится вообще. Это же Годзилла, что им будет? Нате вам! Тут достать мы их не можем, к сожалению. Только если вот этим вот. А ну-ка давайте еще раз. О! Вот какая красотища, а! Какие прикольные эффекты. Ну, по меркам PlayStation 3, конечно. Неплохо смотрится. Давайте уничтожать этот реактор. Может быть, осторожнее, а то нас может жахнуть. Годзилла справится с заданием. Отходим, 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 отходим. Есть. Ой, как красиво он стал тут. Кстати, неплохой эффект пламени. Я пока не знаю, выйдет ли игра на Next Gen. Возможно, если выйдет, то она там будет, конечно, круче смотреться. Тут, да, видно, что мелких объектов текстурки такие не очень. Ну, тут уже реально либо масштаб, либо текстуры выбирать. Ну, в случае с Годзиллой, где упор идет на разрушение, выбирается масштаб. Чем дальше, тем будут этапы масштабнее, конечно же, локации больше.
Игр про Годзиллу много ранее выходило, и многие именно были рассчитаны на разрушение всего и вся. Был даже файтинг, где он с разными монстрами дрался. Тут, кстати, тоже будут боссы, будут монстры. В этом видео мы увидим. И в конце видео мы посмотрим, какие тут еще есть режимы. Да, это не полная версия игры, это демка с японского PSN. Так, в общем, ну, тут нам предлагают выбрать второй этап. Ну, в общем, двух боссов мы в этой демке увидим. Так что, какое-то мнение вы сложить сможете. Хотя, конечно, полностью игру оно не раскроет. Задание, брифинг идет тут. Давайте мы это пропустим, особо что там. На японском мы не понимаем. Ну, я лично не понимаю. Ну, что-то из вас, конечно, соображает. Так, этап 2, ну, какая-то карусель, колесо обозрения. Из GTA 5. Кстати, может попробовать, может его можно снести. По идее, тут все должно разрушаться, вот все, что в зоне находится. Тут мы уже где-то в городе. Ага, вот реактор показывают. Только здесь уже на радаре мы видим их три. Задача немного усложняется. А вот насчет разрушения, я, честно говоря, пока не понял. А нам это в плюс идет, когда мы все рушим, или в минус все-таки? Ну, все-таки мы... С одной стороны, рушить прикольно, но с другой стороны, мы же людям портим собственность, ущерб наносим. Сразу где-то вертолеты зажужжали. Классно смотрится, смотреть. А, черт, не вовремя я. Сейчас меня жахнет, наверное, полем силовым. А нет, не успели. Кто у меня стреляет? Разлетались тут как мушки. Есть! Первая башня готова. Какие-то края чертные. Здесь мы можем пройти, интересно, или это запретная зона? Да, это запретная зона, то есть зона у нас огорожена. Линиями. То есть везде мы не можем бродить, но опять-таки, я думаю, дальше будет масштабнее. Это обучающие, по сути, этапы идут. Хватит тут в меня стрелять, где вы там? Я отсюда, я до них не достаю. Кстати, управление не самое стандартное, я поворачиваю Годзиллу с помощью клавиш L1 или R1. Ну. А правым стиком я лишь камеры могу смотреть. Вам, с другой стороны, могу выбрать такие красивые ракурсы. Давай, долбить их. Ну давай, Годзилла. Ломай эту штукенцию, отлично. Давайте что-нибудь вот корабль заколбасим. Есть! Нет, тут неплохо эффект. Смотрите, вот эти вот искры в воздух. Пепел летит. Очень неплохо сделали. О, можно и по воде шарахаться. Ну да, Годзилла же в воде себя чувствует как дома. Он же здание уничтожен большое. Посмотрим, как оно у нас сотрется с лица земли. Вау, как классно. Вау, оно еще вон не сразу все, оно вон кусками рушится, офигеть. Прикольно. Эта тема. Кстати, есть ли среди зрителей фанаты фильмов Годзилла? Я понимаю, что это такой специфический фильм, как бы больше любят японцы. Но вот мне атмосфера сама нравится. Хотя последние фильмы о Годзилле мне не очень нравятся. Все-таки вот какие-то старые, черно-белые был фильм, самый, наверное, крутой. Куклы там везде ходили. Вот новый этот, босс появился первый. Значит, сейчас будет его расколбасить, прежде чем башню мочить. Честно говоря, я даже не знаю, что это за чудовище. Их много разных фильмов про Годзиллу было, там кучу всяких навыдумывали. Чудище.
Какой-то водяной тоже чувствуется. Давайте его поджарим. Ай, блин, не достаю. Он тоже, кстати, у него жить сверху. Что, не нравится? Вали отсюда. Это мой город. Ай, ай, чем-то он пуляется. Ах ты, он берется тоже. Нифига, он меня свалил. Вот тварь такая. О, он еще и лазером. Тихо, тихо, тихо. Не вздумай. Грызть его. Можно ходить и кусать, кусать. Так, еще раз жарнем его. Кстати, энергия заканчивается. Я, правда, еще не отследил, какой датчик за ней отвечает за энергию. Она кончается. Через какое-то время она восстанавливается. Возможно, когда мы крушим, убьем, она у нас восстанавливается. Ах ты! Тварь! Годзилла должен побить его! Этого мега-мурзилку! Есть, все. Он отправлен в нокаут. Но это еще не все, нам нужно еще этот генератор, по идее, уничтожить. Последний. Очень здорово подошли к моделям персонажей, вот этих вот Годзиллы, вот тоже босс очень неплохой был. Кто там меня стреляет? Что тут сейчас я вам тут дам? Дайте пройти, Годзилле! Последний фильм о Годзилле, конечно, был не самым удачным, хотя, конечно, он использовал старую концепцию, но он чисто американский, а не японский. И из-за этого что-то как-то там американцы неправильно сняли. Вроде бы интересно, вроде бы Годзилла правильный, но сценарий там, конечно, глупый какой-то вышел. Ну ладно, что я говорю, у японцев были всякие мега-Годзиллы, там роботы, я не знаю, что там только не было. Возможно, в этой игре тоже они все будут. Поскольку я понял, игра приурочена к какой-то годовщине со дня создания этого монстра. Кстати, были даже фильмы, где Годзилла с Кинг-Конгом дрался. Я даже смотрел этот фильм, он очень смешной, там такие две куклы были. Кинг-Конг вообще уродливый, как бы. Готово! Премьер там какой-то. Благодарит Годзиллу. Спасибо тебе, Годзилла! Что уничтожил наш город. Хотел бы узнать объяснение всего вот этого происходящего. Кстати, уровень 4 сразу почему-то идет. А где уровень 3? Ну, то есть, стоп. А в 2 тогда где? Мы же только в 2 уровня прошли, почему сразу 4 дают? Ну, понятно, это демка. Всего они нам не покажут. Ну, хотя визуально мы можем игру оценить. А вот Stage 3. GeForce, видите, у нее написано, у этой девки, которая нам дает показания, то есть указания. То есть это G, это от слова Годзилла, Godzilla Force. То есть какой-то отряд специальный, который управляет Годзиллой. Ну что ж, тут у нас опять три башни я вижу. Территория такая более масштабная. Хотя не очень пока что, на самом деле. Дайте пройти! Че, когда вышел первый Годзилла, вот тут башни какие-то появились, смотрите, типа, с пушками, с пулеметами. Говорю, нам не дают пройти. Сам по себе Годзилла, когда он появился, он был посвящен трагедии, можно сказать, на Хиросиме, да, когда американцы бросили ядерную бомбу. Хиросима и Нагасака, города, пострадали японские. То есть Годзилла был как бы последствием вот этой вот ядерной атаки. Всех этих отходов ядерных. Он был очень актуален, когда сняли про него фильм первый. Какой год, я не могу сейчас сказать, это был.
То есть в первом Годзилле, был не просто развлекал каким-то, а в нем был заложен смысл глубокий. Актуально на то время, потому что много людей там страдали всякими лучевыми болезнями после этого. В Японии была большая трагедия. Американцы в фильме это все так преподнесли, то что, мол, это Годзилла они уничтожали, когда эти бомбы сбрасывали. Молодцы, америкосы. То есть не Годзилла появился благодаря их сбросу бомб, а бомбы сбросили из-за того, что пытались уничтожить Годзиллу. Так, это пусть надо уничтожить, наверное, сначала. Он что-то напрягает. А, что-то с камерой. Проблемы. Что-то датчик температуры у нас идет. Я не знаю, что, для чего. Что-то мы нагреваемся, что ли, я не знаю. Остываем. А, вот, температура, вот empty, сейчас я не могу пулять. Как раз датчик температуры, это, короче, вот это вот наша сила. Энергия. Есть! Я есть Годзилла! Мне очень нравится, как он тут кричит, этот голос. Многие любят американского Годзиллу, но я его не люблю. Он какой-то неправильный. Он больше какой-то парк юрского периода похож, чем Годзилла. То есть это по сути нет, это не Годзилла даже, это просто какой-то динозавр вылез там из воды. Так преподнесли, как будто это. Назвали Годзилла, потому что типа японец увидел, назвал его Годзилла там в фильме. Я в детстве всегда любил фильмы про здоровых динозавров. Помните, может, такой фильм был древний. Я его еще смотрел в кинотеатре, но еще родители мои даже смотрели. Популярен был, назывался «Миллионы лет до нашей эры». Там древние люди, динозавры там. Причем мне нравился в детстве. Потом, конечно, появился парк юрского периода. Более детский такой, на самом деле. Ученический, блин, как же тебя сбить-то, сволочь такая? Вот еще не хватало, какой-то не хватает системы прицеливания, чтобы можно было самому прицелиться. И... так, пушка это. Ну, надо остыть срочно. Че она постоянно там гудит, я не знаю. Ну, то, что мне нравится все уничтожать, это круто. Так, вон там последняя башня, да? Disaster level 0.01. Первый уровень этого, ну, короче, разрушения или как катастрофы. Опа, что такое? А, это как там ее? Мотра? Ну, похоже, по крайней мере, я помню этот фильм. Пролетающая эта штука. Как-то там все-таки видно, что это, да, все было не настоящий кукол, там эти дома такие картоны. Ну, блин, ну как все это было атмосферно, как-то вот так снято, так поставлено. К сожалению, эти фильмы я не мог, кстати, в кинотеатре, я смотрел их дома на телевизоре. Конечно, по телевизору не тот эффект, чем, например, про гигантских монстров смотреть в кинотеатре фильм. А, Мотра получа. Да, Мотра ее зовут. Тут сверху написано, а, кстати, того монстра я что-то даже не прочитал, кого звали. Ой, она еще тоже лазером стреляет. Так, у меня что, Годзилла не сдохнет? На тебе, бабочка тупая. Годзилла! Что ж она не постоянно... Так, надо ее... О! Сволочь такая! Я хочу ее куснуть, а не получается. Вот, надо быстрее подбежать и... Хватаем, давай, жри ее, Годзилла, жри! И еще добавим, Мотре.
Есть, мотра готова. Я, честно говоря, не помню, эти монстры, они обычно погибали, или они просто сматывались куда-то тоже под воду, когда Годзилла с ними расправлялся. Или улетали там куда-то к себе. Мотра же вообще откуда-то прилетела, по-моему, там из космоса чуть-чуть. Так, ну что, последний генератор. Все в дыму. Что такое происходит? Так, а отходим. Это у нас сейчас... нас шибануло. Давай, жри, жри эту станцию. По-моему, не успею. Готово. Годзилла, красава. Единственное, что вот я сейчас не зацепил тут, и я так понял, что в каждом этапе есть 4 места, где можно сделать снимок какой-то. Снимки можно потом смотреть отдельно в меню игры. Я покажу вам их. Правда, я всего один пока сделал. Ведь тут написано Ария 04. Так вот, Годзилла. Реклама это, то есть... Покупайте, все дела. Ее уже можно купить в японском PSN. Не могу сказать, сколько она стоит, там, потому что в этих иенах я не разбираюсь. Но сейчас мы посмотрим еще другой режим. Значит, видите, вот меню. Это называется Destruction Mod. Дальше есть король монстров. Это, видимо, просто файтинг, мне кажется. То есть чисто с боссом биться. Эволюция. Пока не знаю, что это за режим. Возможно, тут что-то прокачка будет или что-то такое. А возможно, просто какая-то история Годзиллы будет. Эволюция Годзиллы рассказана. Режим диорама. Это, скорее всего, может какие-то снимки делать. Видите, сзади прямо обои. Вот монстры стоят, дерутся. То есть, это, возможно, какой-то фоторежим. Поле монстров. Это, опять-таки, сложно сказать, что это за режим. Опять-таки, вот, смотрите, Годзилла. Сзади какая-то это, улитка ползет. Вон еще какой-то монстр стоит. Либо это тоже какие-то архивы, либо это будет режим битвы тоже. Так, ну давайте еще раз зайдем в Destruction Mod. Здесь у нас вот закрытый какой-то режим. Один открытый. И вот здесь у нас еще как раз таки открытый режим с этими снимками. Вот снимок, который я сделал, какой-то правда, не очень удачный. Как-то приблизить его, я так понял, нельзя. То есть надо в каждом этапе собрать 4 снимка. Это, видимо, какие-то трофеи будут или что-то типа того. То есть я всего 1%, то есть получается 100 снимков надо сделать. То есть надо, видимо, найти 4 точки, в которых нужно сделать снимок. Так, давайте посмотрим второй открытый режим. Этот режим, он более относится к классике, видимо, то есть это старый черно-белый Годзилла. Это, видимо, 60-й год. Знаете, как классно стилизовано. Просто шикарно. По сути, тут тоже обучение идет, да, как в первом этапе. Тут всего лишь одну башню надо уничтожить. Но посмотрите, а стилистика совсем другая. Другая архитектура, другие башни. Все в духе как раз таки старых фильмов. Старого первого фильма, видимо. Опять обучение, смотрите, как поворачиваться, как ходить. Можно просто ходить сквозь дома. Кстати, вот эту, по-моему, не показывают, потому что как бить, например. Бить нечего тут, они низкие здания. А, кстати, сейчас у нас свобод действия тоже нет, потому что, вот видите, полосы по краям. Мы за ней зайти не сможем. Это самое первое обучение этого режима. Это типа вот таранить. Ну давай тарань. Ну это жарить энергии. Какие-то шарики летают. Фултоны что ли?
Давай! Так, ну это вот хватать и грызть. Кружок. Тут он просто ломает, как бы. Толкает. Очень хорошо атмосфера передана. Прям вот старого такого фильма. Прям здорово сделали, постарались. Ну, видно, что это годовщине сделано. Я думаю, в Японии фанаты просто в восторге от этой игры. Я, в принципе, ничего такого сверхъестественного, да, вроде просто ходишь, ломаешь, но... Блин, для фанатов Годзиллы, я думаю, это многого стоит. Ну все, в принципе, осталось только башню эту раздолбать. Дышку. ゴジラはセリザワ博士の命と引き換えに海中へ葬り去られました。多くの尊い犠牲を出した惨事でしたが、代わりに人類は2つのものを得ます。1つはGエナジーです。ゴジラの生体エネルギーを研究解明し、人類のために応用した非常に強力なもの。ゼチェット показывают эти вышки современного времени типа. Такое ощущение, что этот режим надо было пройти перед тем, который я проходил. То есть, типа, тут покажут то, что будет дальше, а мы это уже видели. Танки, эти башни, вертолеты. Вот то, что нас ждет. И эффект старой пленки опять. Кстати, хотелось бы, чтобы эта игра вышла на русском языке, чтобы вот эту всю атмосферу, эти диалоги все понимать. Это, конечно, маловероятно. Намко Бандай, конечно, выпускает игры в России на русском языке, там, последний Наруто взять там. Но не так уж много, короче, игр они выпускают на русском языке, которые выходят только на консолях, обычно не переводятся. Это жаль, конечно, но хотелось бы. Я думаю, тут будет путешествие по разным годам, эпохам Годзиллы. И интересно было бы вот во все это дело погрузиться. О чем же вы говорите, женщина? Так интересно узнать, но... Кто знает японский, пишите в комментариях, о чем они говорят. А вот и наш Годзилла куда-то поплыл. Домой к себе, что ли? Вернулся. Типа выполнил миссию и спать. Так, ну что ж, друзья, на этом все. Все, что было в демке, я вам продемонстрировал. Пишите в комментариях, заинтересовала ли вас эта игра, поиграли бы вы в нее или посмотрели бы по ней другие видео, когда она выйдет, например, в России. Ну а с вами был Рашнанидзука. До новых встреч!